Сегодня пришел очередной телефончик. Дубль 2, Е52. Он уже был сегодня на обзоре у нас, но пришел еще один. По комплектации здесь все, как видите, то же самое, как и в предыдущих роликах. Но здесь другой цвет, кажется, пришел. Да. Здесь серебристый пришел. У меня был на обзоре черный. А это серебристый. С русскими буквами также все порядок. Как и с самим телефоном порядок. Выглядит все отлично. Сейчас отклеим тут. Заклеили контакты, чтобы он не включался. Вставим батарейку обратно. Закроем крышечку. И включим. Все. Такая крышечка у нас, она рифленая такая какая-то, из полосочек мелких. Также не стоит из коробки русский язык, но это не беда, можно выставить ведь самому. Самое главное, что он здесь есть. Так, настройки. Channel, persona, display. Включим на полную яркость экранчик. Также здесь много языков, в том числе и русский есть, и украинский есть. Это очень хорошо. Так, что господа производители о нас заботятся. Что-то тут батарейка немножко разряжена, надо заряжать. А не, нормально, батарейка заряжена полностью. Ну, плохо так. Месяц ушел телефон, получается, и батарейка еще даже не думала садиться. Вот, видите. Полная батарея. Круто. Так, вот такой вот у нас серебристый телефончик у нас пришел. Так вот он выглядит. Все вроде так неплохо, хорошо, кнопочки светятся, в общем, все в порядке. Все, это была распаковка Е52, E52, то есть, извините. Вот такой вот аппаратик пришел. Все, всем спасибо, пока.